На Ямале продлили действие программы льготного ипотечного кредитования. Взять ссуду на выгодных условиях ямальские семьи смогут до 2025 года. В этом году участниками программы стали уже 10 семей. До конца 2019-го еще 108 получат жилищный кредит с низким процентом. На эти цели из бюджета округа выделено 40 миллионов рублей. Жители округа, которые собираются приобрести жилье в ипотеку на первичном рынке, могут обратиться в офис Ямальской ипотечной компании. Семьям предоставляется заем от 7,20% до 8,75% на весь период действия договора. На минимальную процентную ставку могут претендовать многодетные семьи с тремя и более детьми. На территории региона сегодня 11 домов, где ямальцы могут приобрести недвижимость по льготной программе. 6 из них в Новом Уренгое, 3 в Салехарде, по одному в Таркасале и Губкинском.